Весь день аварийно-спасательные коммунальные службы и волонтеры ликвидировали последствия снежной стихии. Полностью очистили проезжие части от поваленных деревьев и сломанных веток. Завтра работа продолжится. Рассказать о текущей ситуации в городе мы попросили начальника штаба гражданской защиты Виктора Вадзинского. В настоящее время движение общественного автотранспорта, троллейбусов и маршрутных такси по городу осуществляется бесперебойно. Все порывы троллейбусных линий восстановлены. Сотрудники коммунально-технических служб в данный момент отдыхают. Завтра продолжатся работы по уборке поваленных деревьев и веток. Также сотрудники службы энергоснабжения продолжают работать по абонентским обрывам. На данный момент 120 обрывов линий электропередач. Также по поручению главы города Тирасполя приняли участие все руководители предприятий, учреждений по уборке поваленных деревьев и веток. Также хочу отметить, что коммунально-техническим службам помогали волонтеры, обычные граждане, которые имели бензопилы.